Надо как-то так держать руки или этого товарища повесить так, чтобы рука в кадр не лезла. Ну да, тут слегка как-то вот оно рябит. Я тут типа как с телефона иду, управляю. Ой, желтый свет. Там еще в настройках можно поиграться потом. Интересно, если перевернуть ее. Картинка переворачивается. Короче, может, конечно, надо было покупать за 5 штук. И это самое, там и картинка стабильнее, и все остальное. Ну, были еще какие-то другие штуки, но в одних описаниях было одно, в других другое. И в итоге я так запуталась, что именно конкретно. Но, может быть, для магазина это и сойдет. Так, как? Оно видит мой телефон. Вот. Куда так поставиться-то, чтобы ты увидела телефон? Вот оно, видит телефон, с которым это все управляется. Ну, короче, если что, потом куплю себе еще такую камеру, только уже это за 5 штук. Нашла себе, Лёля, новую игрушку. А, зритель. Привет. Я думаю, если экран телефона выключить, оно это... Все равно же будет писаться, да? Вот я сейчас включу экран телефона обратно. Вот и приложение работать. Приложение вроде как работало. Окно. Как много в этом слове. Так, как бы так присесть-то? Вот тут еще рука девается куда-то. В общем, чтобы снимать это в магазине, это надо будет приноровиться как-то. Ну, тут можно шнурочек уменьшить. Можно будет на какое-нибудь крепление еще присобачить и придумать, к чему его прикрепить. Ну, короче, это. Посмотрим. Пока что мне нравится. Хорошо, что я кровать все-таки решила убрать сегодня. К вечеру так. Кошка там лежала, как-то негоже было ее сгонять. Вон там, видишь, это она болтается сейчас на мне. Вот это мешки, хотелось сказать, для мусора, но на самом деле это мешки, которые вот там со всей этой СМР-ной фигней. Сейчас я это залью на канал без монтажа, а потом уже сделаю обзор этой штуки. Еще надо отзыв на Озон записать. Пока, наверное, тебе, зритель.